Что интересного есть в метро Праги? Например, при входе на станцию можно поесть самую вкусную еду в мире. И не просто поесть, а заочно отметить предстоящую поездку на клиент-ориентированном метро с доверием к пассажиру. При входе вы не увидите никакого обыска с рамками и даже турникетов, только валидаторы. Как только сожрали пиццу, покупаем билет на метро в автомате, уделывая автомат жирными руками после пиццы. Автомат, кстати, поддерживает русский язык. Есть несколько видов билетов, включая проездные. В красивых поездах есть интересное решение. По краям вагонов сиденья расположены не боком, а лицом по ходу движения. Спокойно можно ездить с собаками. Ukončete prosím na výstup a nástup, dveře se zavírají.